прошел вокруг стола 3 раза, музейную ей позу показал, а девочки смотрел в 4 глаза. Нашел. Молчал и мудро так сказал. Ты, бабка, образец не для примеру. К красавицам тебя нельзя отнести. В тебе нисколько нету от Венеры. Но что-то венерическое есть. Говорить, а с поэтом трудно жить. По хозяйству дела много, он не может гвоздь забить. До того он весь в стихах. Красавица в грехах. Он с утра до самой ночи в поэтических делах. Вот соседке повезло. Есть и муж, и ремесло. Что угодно может сделать. Надо выстружить весло. У него удивилась, как в раю. Говорит, хочу пою. Он же в раму золотую ставит копию мою. За неделю, не за год сам сработал на комод. А недавно дом отгрохал, там сынуля наш живет. Захочу я на моря, слово муж не говоря, на машину и до Крыму, лишь засветлится заря. У него в любви напор, слаб он до сих пор, никогда не возражает. Заведи лишь разговор. От соседки я пришла, себе места не нашла, и от зависти проклятой на 10 дней слегла. Ну а как же тут не слечь, если в кранах всюду течь? А ему чихать на это, он готовит важную речь. Ну а тут хоть пропадай, не квартира, а сарай. Сколько ж можно мне бороться, обещал когда-то рай. Если словом не пройму, то сбегу на Колыму. Пусть поэмы сочиняет, раз так нравится ему. В той колымской стороне, верю, лучше будет мне. Хоть поэта там не будет, чтоб сушить мозги жене. У него от скуки лень, у меня уже мигрень. Потому что я как белка возле печки каждый день. То поджарь ему яйца, то мяса, то омлетик в 3 яйца. А кроме... И слова нету у него у стервеца. Напущает умный вид, о пегасе говорит. А как скажешь про постелю, сразу из дому бежит. Хватит мне. Кому мозги? Кому мозги? Минуточку. А хватит мне шить, стирать, сорт бумажный убирать. Если честно вам признаться, мне в лоток с ним поиграть. Одной дышу, и потому любим.
поет со мной. Несет, несет меня волна. Мы с тобою повстречались теплым вечерком. Мы с тобою целовались до пресека не тайком. И девятина, да-да-да, до пресека не тайком. И по тихой по водичке наша лодочка плыла. Прошу на сцену. Дорогие друзья, но прежде творческая группа Бориса Гончарова также удостаивается сегодня награждения. Эта группа радует своим творчеством, исполнением, актерским мастерством, я именно так хочу сказать. Спасибо за ваши песни, которые вы не поете, вы их душой проживаете. Это целый театр песни. Спасибо огромное. Это аудитория. Это здорово. Радуйте нас многие-многие годы. Спасибо огромное. Бутылки, Сергей Михайлович, примите грамоту. Спасибо большое. Спасибо. 7 минут, Тамара Александровна. Спасибо большое. Благодарим Камалена. Спасибо большое. И наш Кравцов, и бабушка. Спасибо, ждем вас в исполнении еще. И Львов Александров, спасибо большое. Успехов в творчестве. А сейчас наша песня. Еще один коллектив, который может сказать несколько творческих слов нашему юбиляру. Спасибо. Ему подвластно все. Отражено в нем вся и все. Природы цвет и буйство, и пусть бывает разное оно, он ценит бескорыстное искусство. Он говорит: я славы не хочу, живу стихами, рифмами играя. Кому придет на ум хвалить свечу за то, что свет дарит она, сгорая? А деньги, слава, шум и суета, что шелуха, что плевелы от зерен, душа поет невинно и святая, и льется стих, беспечен и задорен. Пусть скажут, муза тоже хочет есть, он мало просит для души и тела. О Боже, хлеб насущный дашь нам несть, и крылья музе, чтоб ко мне летела. И ноты зазвучат, их чистота наполнит мир любовью и участием. Что деньги, слава, шум и суета, что блеск и власть в сравнении с этим счастьем. На праздничной сцене виновник торжества Борис Владимирович Гончаров с ответным словом. Я хочу вам сказать, что я живу друзьями. Это первое. Рассказывать о своей жизни, рассказывать об искусстве много можно. Но зачем говорить, когда вот вы здесь и все видно? Больше говорить, как говорится, не нужно. Вот почему? Потому что мы сюда приходим для того, чтобы делать добро, чтобы оставить после себя какой-то добрый след. В какой-то мере в юности, в детстве, может быть, и были какие-то неправильные действия. Но как один мудрец сказал, чтобы стать мудрым, нужно в себя вначале впитать всю народную глупость. То есть пройти сначала школу неопознанного, а затем уже приходит понятие о созерцании
мира, о том, что рядом каждый человек. У него не только сердце, у него не только душа, это часть природы. И когда говорят о любви, да любовь еще та, и в том в основном заключается, что мы, живя на земном шаре, не испытываем той беды, что вот земля куда-то сгорела, провалилась куда-то, уничтожила нас сразу. Она всех несет нас на своих плечах, хороших, плохих, красивых, некрасивых, всех буквально. И даже смотрим на какое-то существо, которое мы даже не можем понять его, ну, может, даже какое-то чувство у нас, нас пронзает, не поймешь. А оно, как говорится, природное, и оно живет, и у него есть какие-то свои определенные цели. Я хочу вам сказать о том, что моя цель жизни – посвятить, как видите, вам, всем посвятить, для того, что, может быть, хотя бы, знаете, скроются какие-то раны земли. Вот. Может быть, человек где-то, тот, который, может быть, я когда-то недомысливал, поймет раньше значение своей жизни. И поэтому то, что вы оценили меня, вот, оценили мое творчество, я вам очень благодарен, я вам очень признателен. Спасибо, что вы затратили время, что вы откуда-то приехали. Это же все-таки дорога, это все-таки не так-то просто. А ведь сближаются только могут родственные души. Спасибо вам за все. Я искренне вас люблю всех. Спасибо. Уважаемый Борис Владимирович, и еще один сюрприз вашего сегодняшнего юбилея, для которого мы просим вас остаться на сцене и пригласить сюда народный хор русской песни. Пожалуйста. Творческая группа
на сцене, иди поближе, девочка. Там, где птицы.
нету, мы еще сделаем. Этот куплет. Я все же юным даром обладаю. Вот, к примеру, способна понимать, что с днем варенья поздравляю и хочу сердечно пожелать. Здоровья вам желают все. А я не только вам, но и вашей семье. Все желают, чтобы муза посещала, а я, чтобы и подруг своих приглашала. Любви мелодия мажорной, Борис Владимирович, дорогой, вы прожили жизнью достойной. Живите столько же еще такой. Борис Владимирович, это энергетика. Да, молодежь энергетика. Это надо принять.
это надо придумать. Молодых, потому что это не будущее. А будет будущее, будет настоящее. Давайте
Горло промочить. Да, всем благ и здоровья, сидящим за этим столом. Вы прекрасные люди, и тем самым показали сегодня. Треба горло промочить. Промочить! Моя, камизану там и жинка моя. Не, говорит, я не сяду, там и жинка моя. Его не мы собрались все вместе поздравить тебя с песней. День твоего рождения, ты более веселись. Забудь свои мечтали, заботы и невзгоды. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Забудь. Заботы и невзгоды, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И что бы ни случилось, ты этот день запомнишь. Ну, ты на судьбу злодейку не злись и не гневись. А можно воровать? Воровать-то спи, потому что спиться можно. Так это Новочеркасск поздравил. Вторично. Так они второй раз только пьют. Поздравляю. Ага. А пить надо пореже, поэтому смешанные. Ликовать, воровать. Чаще поздравлять. А я хочу пить. Так что пьем или поймем, или что? Пойдем, да? Уже все, порваться надо, да? Yeah.
меня.